сегодня я предлагаю вам заглянуть в мою продуктовую корзину. И, кстати говоря, в конце можем сравнить цены в разных городах. Поехали, что я беру чаще всего в магазин? Зелень, зелень, зелень. Много зелени. Беру различную крупу. В этот раз я взяла киноа, хочу приготовить из нее лепешки. Авокадо. И еще авокадо. Редиска, я ее обожаю добавлять в салат или есть просто так в качестве перекуса. Помидор черри, хлеб, треску замороженную. И вот нашла вот такие меренги. В составе там только яблоко и белок, но они супер вкусные, супер сладкие. Ну и давайте сравним цены. За все вышло 1875 рублей. Можете заскринить и сравнить с ценами в своем городе.